Всем привет, ребят, с вами я, Матео. Сегодня мы играем в Сосновке 1.0. Да, мы играем в Сосновке 1.0. И сегодня мы... Да, видите, на заставке у меня сейчас, как видите, вам показываю всякое маленькое, разное. Так, я обращаю на это внимание. Вот. Ну, тут маленькая моделька ВС-86К, ну и другой трактор. Давайте мы сегодня покатаемся на троллейбусах, перемещаемся во второе депо троллейбусное. ЗИУ-682КР спавн. Респект. Так, заходим. Самый последний маршрут, 10-й, электродепо Пушное. Мы в Пушном. О, какой звук дверей. Так, ну мы сейчас будем выезжать, я как видел сейчас Троузу. Ну, вы сами тоже видели. Двери открыты. Так, все, осторожно, дверь закрывается. Сейчас максималка троллейбуса. Вот эту модель мы очень... Ну, я когда не узнал... Короче, слушайте, когда обновление вышло на Сосновский, ну, такое глобальное, просто были очереди на троллейбус нереальные. В парке было тяжело достать. В обоих. Кстати, тут разные номера, у нас 127, а может быть там номер один. Я думаю, в одну сторону прокатимся для электродепо. Со второго электродепо мы прокатимся по 18 маршруту. На троллейбусе Авангард. На автовокзале, если что, мы поставим штанги. А лучше бы сделали бы все на штангах, а не на автономном ходу. Так, у кого-то сошли штанги. Так. Так, остановка. СНТ грибки. Следующая остановка, трамвайное депо. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка, трамвайное депо. Да, ребят, я тут уже многие остановки знаю. Я все даже знаю. Вот. Очень короткое видео получится, но я не буду просто так делать короткое. Слышите, этот? Я думал, кто помнит звуки вот этих компрессоров? И остановка, трамвайное депо. Следующая остановка, электродепо. Конечная. Ну, вот сейчас более-менее спокойно с троллейбусами. Ну, как более-менее. Так, все, мы с ней проехали. Ну, давайте.
Так, ВМЗ наш, авангард. Берем, наверное, возьмем. Давайте возьмем этот. 14-й маршрут для нашего троллейбуса. Два авангарда. Но Зил, мне кажется, легенда. Все-таки лучше, чем авангарды известные. Малоизвестные, которые. Это просто везение сразу же. Национальные проекты России. Безопасность и качественные дороги. Время 6.04 по игровому времени. Так, 14-й маршрут. Так. Аккуратно выезжаем. Это старая моделька, даже одних из первых версий Сосновского. Так, это у нас 10-й маршрут. А давайте тоже возьмем 10-й, а что у меня? Мы же хотели прокатиться на... Давайте не на 14-м, а на 10-м. Информация по родам. Здесь не может быть вашей рекламы. Интересный факт. Я понял. Кстати, номер 2024. 2024 год. Следующий год, кстати. Ладно, поехали. Так, я не помню, это вот чувствуется. Да, у него чувствуется, что мы поедем. Поехали по рельсам. Ой, а что это такое? Он рельсы чувствует, что... Сейчас, подождите. Ребят, ну да, сошла штанга, замечательно. Так, сейчас будем выходить. Так, дай, я возьму. Дайте я возьму штангу. Можно мне взять игра штангу? Если, вот какой же это просто труд. Вот почему штанга сошла, и она не, вот посмотрите, она в дырке, идеально. Но мне тут какая-то невидимая стена мешает. Я, наверное, просто сейчас возьму и без штанг доеду до хотя бы до следующей остановки. Которая по требованию для меня из въезда города. Чтоб не мешать проезду, типа вот сюда хочу подъехать. Может, вот здесь хотя бы можно. Да тоже нельзя. Ладно, подожди. Ладно. Если не получится, тогда поедем по-другому. Нет, мы не поедем. А поедем мы, наверное. Так, наш автобус.
Автовокзал Пушная. АТП Пушная. АТП Опилки. Стойте, я хотел бы поехать бы по пригородному. Пригород. Сейчас возьмем какой-нибудь из автобусов. Угу. Возьмем мы, наверное, маршрута автовокзал Пушная. Так. Куда, как я знаю, как можно добраться? Поехали. Так, сейчас будем заворачивать. Так, остановка. Все, ждем задним ходом. По-быстрому так остановились. Вот это, конечно, школа. Когда вот продукты, сувениры. Вот, смотрите. А, ну я думаю, вы помните, когда мы ездили по четвертому маршруту вот тут. Мы проезжали. Сделали весь ремонт улицы, но не весь сей. Не все. Ну почему ты не можешь ехать? Конечно, лучше бы сделали бы не вот так дорогу. Триста пятьдесят седьмой. Туда нам надо, налево было, но, как говорится, мы пойдем немного по-другому. Вы начнете спрашивать, как, а вот через этот. Около шахты сделаем остановку. Ладно, поехали вот так. Стоп, нам не надо сюда, нам наоборот туда, на. Зачем нам тогда вот здесь? Тоже почему? Ну то есть зависание. Вот почему? Так, я не понял, подождите. Посмотрите, что мне не придет произойти, ладно? А знаете что, ребят, это и есть и сила.